Очень уважаю ваш центр, но вот есть большой минус. Абсолютно не продумано ведение беременности, если врач уходит в отпуск. Я не согласна с вами, Анастасия, да, мы постоянно друг друга заменяем. Я даже не представляю, да, у меня уходит, допустим, да, там заведующая Оксана Валерьевна, которая вот в нашем здесь филиале, а я работаю в клинике на Новокузнецкой, Третьяковской, да, мы совсем рядом с метро, и наша клиника, в общем, удобно расположена, в удобных местах. И когда уходит другой доктор, женщина может записаться к любому другому доктору в ЦИР. То есть это может быть эта клиника, да, в которой она наблюдается, в смысле по контракту или не по контракту. Это может быть другая любая наша клиника. Да, это Войковская, Дубровка, Бутово, Марьино, Подольск. И в случае необходимости, если мы успеваем, мы даже карту туда доставляем к моменту приема. У нас едет курьер, который... раз там или два раза даже в день вот эти карты перевозят. Поэтому как бы обычно никакой проблемы с этим нет. У нас кроме карт, у нас в электронном виде, да, все это уже есть. И если карта, допустим, даже не успеет к определенному времени приехать, вот чисто, да, как бы как карта, с прошлого уже больше года все в электронном формате у нас есть. Анализы в электронном формате у нас с 2017 года, поэтому, да, вот какой-то проблемы по, если врач уходит в отпуск, нет, мы друг друга заменяем обязательно. И вообще, как бы, по-моему, нигде, ни в каком центре. Знаете, как хорошо, когда, ну, когда есть такие работы, когда ты уходишь в отпуск, и все, как бы, все немножко затормаживается, и можно спокойно уйти, да, спокойно отгулять отпуск. Никто не должен никого заменять. В медицине это не так, и это нигде, как бы, в медицине не так. Поэтому если один доктор уходит, тем более по ведению беременности, обязательно его заменяют другие доктора. Но я не помню, чтобы у нас какие-то с этим были проблемы. Да, если надо, давайте как-то дополнительно это лично, да, уже вы напишите, мы обсудим. Потому что мы друг друга заменяем, мы это делаем, как бы это у нас практикуется.